Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, вы пишете: хочу научиться правильно реагировать на неадекватные выходки отца. Мне нужна помощь, пишете вы. У меня очень вспыльчивый отец, он может приходить в ярость от бытовых мелочей. Начинает кричать, меняется в лице, такое ощущение, что у меня два разных отца, один добрый и поддерживает, другой вспыльчивый и жестокий. Я стараюсь минимизировать с ним общение, но с мамой они общаются. Когда я замечаю, что отец меняется в лице, я стараюсь идти в свою комнату и не разговариваю, но мама, бывает, продолжает общение, отшучивается, отчего отец приходит в еще большую ярость. Мне больно видеть, как скандалят родители. После этого долго прихожу в себя. Я долго прокручиваю в голове произошедшее, не могу найти выход, не могу заниматься привычными делами и нахожусь в ожидании опасности. Хотя отец через 5 минут после скандала спокойно может лечь спать, почитать книжку, у меня такие выходки выбивают из нормального ритма на несколько часов. Как можно научиться по-другому выходить из стрессовой ситуации? К сожалению, сейчас я просто вынужден делить с отцом один дом. Мне 29 лет, я знаю, что лучше всего не контактировать, но, как я уже сказал, у меня сейчас нет возможности жить отдельно. Для меня важно научиться жить с тем, что я умею сейчас. Для меня важно научиться отключаться от проблемной ситуации, чтобы научиться жить для себя в текущих условиях, что не всегда получается. Анна, я думаю, что вам нужно обратить внимание на несколько важнейших аспектов. Первый аспект. Вы называете выходки своего отца неадекватными. Так, как будто, не понимаете их причин, не понимаете и не принимаете своего отца. Вам 29, но вы до сих пор болезненно реагируете на такие выходки. Это вопрос личных границ. Это вопрос того, что вы чувствуете себя слабой, несмотря на то, что вы давно уже взрослая, вы давно уже сильная, и я думаю, что ваш отец, он не могут уже, мягко говоря. То есть, это вопрос того, насколько вы чувствуете себя взрослым. Мне кажется, что вы чувствуете себя здесь маленькой. Следующий момент. Вы как будто бы немного жертвенно. Как будто бы у вас присутствует вот некоторая жертвенность. То есть это в какой-то степени перекладывание ответственности на отца за то, что вас это выбивает из колеи. Я бы сказал, что я позволяю себе выбивать себя этому из колеи. Почему-то для меня дела родителей важнее, чем моя собственная жизнь. Важнее, чем мои интересы. Важнее, чем мои увлечения. Важнее, чем то, чем я по жизни занимаюсь. Каким образом так получается? Каким образом так происходит? Нужно, на мой взгляд, разбираться. Потому что я думаю, что вам в какой-то степени нужно пересмотреть свою жизнь. Пересмотреть то, как вы живете,
и немножечко скорректировать свою жизнь так, чтобы она была более интересной. Ну, например, сосредоточиться на том, чтобы все-таки жить отдельно. Я понимаю, что вам нужно, вас нет, но ваша вовлеченность в то, чтобы жить отдельно от своих родителей, крайне важна. Ваша мотивированность на то, чтобы жить отдельно от своих родителей, крайне важна. Знаете, при том, что ваш отец такой вспыльчивый, при том, что ваш отец, как вы говорите, жестокий, я не думаю, что является случайностью тот факт, что вы оказались в доме своих родителей вновь. Думаю, что глобально здесь есть ваш некоторый элемент поведения. Я думаю, что глобально здесь есть некоторый аспект вашего поведения, который привел вас к тому, что вы оказались в одном доме с родителями. Знаете, вероятно, есть здесь для вас некоторая неосознаваемая и вторичная выгода. Следующее, на что нужно обратить внимание, это то, что вам, очевидно, нужна поддержка. Вы чересчур сильно привязаны к отцу. Вы как будто бы до сих пор не обрели для себя некоторых опор, некоторой самодостаточности. Вот. И, на мой взгляд, это довольно, довольно сильно чувствуется, довольно сильно, на мой взгляд, это ощущается, что вам нужна его поддержка. Почему вам вообще нужна поддержка, например, вашего отца? Большой вопрос. Как вы говорите об этом? Большой вопрос. Как вы, скажем так, например, реализуете свои требования к себе, потому что поддержка человеку, как правило, требуется тогда, когда его требования к себе слишком высоки, неадекватны, завышены. Это нужно разбирать. Следующее. Вы говорите про опасность того, что родители ссорятся. На мой взгляд, крайне важно увидеть вам, что это за опасность, с чем она, условно говоря, для вас связана, эта опасность. Как вы эту опасность воспринимаете? Что самого страшного может произойти? То есть это поиск, с одной стороны, некоторого внутреннего ресурса, и с другой стороны, научение взрослого воспринимать отца, а не вот таким образом, каким вы воспринимаете его сейчас. Честно говоря, немножечко не по-взрослому. Следующий момент, и, соответственно, то, что является одной из, на мой взгляд, причин, почему вы как бы создаете впечатление жертвенности, да, это то, что вы уходите. То есть это избегание.
Вам важно освоить навыки конструктивного общения. И важно больше все-таки научиться слышать себя. В конфликте со мной. Понимаете? Я так думаю, я предполагаю, конечно же, исключительно только, что речь идет, вероятно, про ваше, ну, например, чувство вины перед отцом, или страхом перед ним, или желанием, например, оправдать его ожидания или желание соответствовать его требованиям. Возможно, это какие-то обиды на него, которые вы, ну, как бы, имеете до сих пор, отчего его пышки вас ранят. Когда вы говорите, что мне больно, как мои родители ссорятся, вот именно боль от того, что они ссорятся, очень важно исследовать, что это за чувство. Вы увидите, что это зависимость от людей. И если любить кого-то нормально и иметь какую-то привязанность к людям, которых мы любим, нормально, то, условно говоря, позволять их выбору поведения влиять на вас, это вопрос скорее именно вот некой зависимости, неких ожиданий от этих людей. Вы говорите, что вам важно отключаться, и тогда вы сможете жить для себя. Вам не отключаться нужно. Так вы, по сути, делаете то же самое. Вы убегаете, как вы уходите в комнату, когда отец начинает кричать, так вы и сейчас пытаетесь убежать, говоря о том, что я хочу отключаться. А мне отключаться нужно, а научиться принимать, выражать эти чувства, которые у вас есть, научиться эти чувства проявлять, замечать и другие чувства, которые там возникают. Конечно, важны такие аспекты, как, например, причина, по которой вы называете своего папу именно что жестоким. Возможно, с его стороны было насилие. И это в таком случае немножко меняет дело. Но если насилия не было, а было вот, ну, просто вот такой вот крикливый, спильчивый человек, да, то это немножко другое. Повторюсь, важно именно взрослое восприятие личности вашего отца. Следующий важный момент – это, собственно, исследование коммуникации с отцом в принципе. То есть, когда он спокоен, можно ли говорить, например, с ним о том, чтобы он обратился к врачу. Можно ли говорить о том, чтобы он обратился к психологу, потому что подобная реакция имеет свои причины, и с этими причинами можно и нужно разбираться. Вот. Если вы говорите, например, что ваш отец может быть любящим и поддерживающим, то для вас он подобное может, в принципе, сделать. Следующий важный момент – это выстраивание, повторюсь, коммуникации, ну вот с какой стороны. Как вы думаете, всегда ли отец помогает и поддерживает, как вы говорите, вас
тогда, когда он этого хочет. Всегда ли вы минимизируете с ним общение или только когда он ведет себя подобным образом? Реагируете ли вы на крики всех людей таким образом или только на своего отца? Знаете, то есть вы хотите убежать от этого состояния. Я предлагаю вам научиться не то чтобы в этом состоянии быть, я предлагаю вам больше, я предлагаю вам поисследовать это состояние и увидеть, какие чувства там есть еще. Вполне вероятно, что так проявляется ваша накопленная годами, может быть, злость, агрессия, которую вы сдерживаете, считая, что подобное поведение является безобразным. Ну, принимая во внимание опыт вашего отца, конечно же. Сложно спорить, что мужчина в таком состоянии является не самым привлекательным, но и проявление злости с агрессией в принципе в определенных рамках, в определенных границах, в принципе, более чем приемлемо, если вы приучили или приучиваете себя таких моментов избегать, если вы приучиваете не выражать, не защищать свои личные границы, не нести личную ответственность за то, что происходит с вами. Хотя чисто внешне кажется, что вы говорите про то, что вот как мне правильно реагировать на вспышки отца, а правильной реакции-то нет. Нет правильной реакции. Реагирует каждый по-своему. Вам нужно реагировать так, как хочется вам. И это на самом деле каждый раз по-разному. То есть нет такого, что сегодня вы реагируете по-другому. Сегодня и всегда вы реагируете одинаково, нет. Каждый раз это разная реакция. И, на мой взгляд, ваша задача принять и себя, и отца, но вести себя по-другому. Знаете, более внимательная позиция к вашему отцу, более искренняя позиция по отношению к вашему папе, более свободный тип отношений с вашим отцом поможет ему увидеть, как можно. Ведь вспышки возникают не просто так. Вспышки — это следствие блокирования определенных эмоций. И значит, ваш отец это делает. И вы делаете так же, как избегает ваш папа каких-то сложных для себя моментов. Вам кажется, что он очень такой открытый, очень раскрепощенный, вам кажется, что ему дается все легко. Это не совсем правда. Это не совсем правда. Для него его реакция, его модель поведения — это привычный способ снять напряжение. Вы таким образом напряжение снимать не привык. Ну, вы считаете, что это, наверное, как я уже говорил, безобразно. Вот. Так что, как это не парадоксально, при всем том, что мы о вас знаем, да, вам необходим личностный рост. Вам необходимо более полное изучение себя. Сейчас этого, на мой взгляд, у вас нет. На мой взгляд, сейчас вы довольно поверхностны. О себе. Довольно поверхностного о себе мнения. В том смысле, что вы себя, на мой взгляд, не очень хорошо знаете. Вот. Как-то так. На этом все, пожалуй. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что вы обратитесь за помощью, потому что вам
на мой взгляд, нужна именно психотерапия, вот, потому как проблематика, как правило, открывается не в том, о чем говорит человек, а проблематика, как правило, открывается совсем в других вещах. Например, в вашем до сих пор актуальном желании в своих действиях опираться на своих родителей. И вот их чрезмерно для вас, как для взрослого человека, значение. До сих пор чрезмерно, может быть, даже детская привязка к ним. Отсутствие сепарации от них. Удачи вам, всего самого доброго вам. Надеюсь, что ваши проблемы будут разрешены самым лучшим образом.